кишку вырвал. Так, хорошо, а теперь можешь то же самое сказать, но на видео. Нет. Кому сказать что? Кого ты же убил? Кого ты убил только что? Кого ты порвал кишку? Расскажи мне все, пожалуйста. Я понатворся больше, чем мой брат. Значит, его медас не окупился. Пусть ломаешь шмотку. Ну, бля. Вообще, мы проебем, брат. Я тоже. Интересно, оно считается ли шарди, которые тебе даются, ну, с кубика, он считается, как ты его купил, типа, ну, как в баф нетворс. И считается вообще шарди, как, ну, как голда нетворс. Я думаю, он не считается как нетворс, потому что вроде как, когда аганим кушаешь, то нетворс вроде съедается. Ну, то есть не считается, что у тебя есть аганим. То есть это тоже не работает так, да? Ну, я думаю, я не утверждаю. Я не из тех, кто утверждает просто так. Брат, если бы Костя был бы за компьютером, там был бы Genshin Impact. Ну? Костя там онлайн. Есть Genshin Impact. Там онлайн, Костя. Ну вот, значит, нету его. В смысле, Genshin Impact есть на этом? В Steam? Нет, в Discord можно смотреть, когда он Genshin Impact играет. Бас, он онлайн. Он же всегда говорил, что если онлайн, значит я запекал. Но если типа в Steam онлайн, то я запекал. Он в Steam онлайн? Да. Тогда действительно SAS, Among Us. Ну, типа, всегда говорил, что если я в Steam онлайн, значит я типа запекал. Прозвони ему, брат. У тебя есть Telegram, там ВК, что ли? Я не из тех, кто звонит. Дай на 5 минут. Ну позвони ему, напиши ему. Я на 5 минут задаю. Господи, как он скучает по Косте. Может, они еще ебутся в мои отсутствие? Меня дропнули. Чувствую себя как заброшенной игрой.
Ку. Что-то не, он не пришел? Ну, скажешь, что после смены, пока не будет. Может, пойдем дальше? Ну, не тройку я посопорчу, я не хай. На третьем уровне я уйду. Не очень заманчиво звучит. Но мы выиграли много игр, так. Типа, я делаю то, что могу. И фижу два раза, ухожу. Сдох. Зачем ты умер, зачем ты сдох? Зачем ты умер, зачем ты сдох? Типа с брат байбека это просто так вообще на Рубике, видите? Я скриншот сделал. Рубик байбек. Но байбек. Кому ты это рассказываешь? Твоим подписчикам. Своим рассказывай. Я нет подписчика, брат. Тоже. Меня забанят за эту песню, поэтому я перестану смотреть видосики. Скину этот видосик тебе. Мне очень нравится этот человек, который делает такие анимации. У него там целые... Пэри годы, да. У него куча есть видосиков по Half-Life. Именно в Source 2 вроде сделанные. Ну, Source в Filmmaker 2. Очень прикольно. Прям реально какой-то... сюжет. Ну, бля, как это писать? Как какой-то часть фильма. Я бы сказал, по качеству. Очень качественно сделано, мне нравится. Тебе стоит глянуть. Это то зависит. Да? У меня просто файлик Майнкрафт. Не, я про игру саму говорил. Че, у тебя зависло? Не знаю, я этапнулся и что-то сломалось. Остановлю поиск, пожалуй. Перезапускай доту, брат. Установил игру с 90-х годов. Сдох пика. Фух, у нас полил мачты. Ух, не мать. Друг, не мать? Ну, это правда. Ну, хоть не мать. Бери тройку, брат! В смысле? Я же брал тройку, брат. Почему все сбилось? Я хуею. Взял и сбился, и все. Читами своими. Это сейчас читы так работают, да? Да, у меня специальные читы. Который даже не видно в ОБС, настолько я все продуманно. Вообще такое и есть, брат. Типа, есть же, я помню какой-то видосик про стримеров, про КС, как они читерили, и там какая-то стримерша, то ли в PUBG, то ли в КС, короче, ну, на стриме не видно читов, что там, типа, в ИХ взяла я им. Она там случайно, что она перекликала, и там, короче, было читы у нее. Было интересно, как это работает, узнать. Не скажу. Скапка. Брат, там стали все не забанен. Не хочу форспикать. Не можешь получить сайли. А, тоже можно. ВРК! ВРК, тройка. Спик плюс. Нихуя себе, брат. Бери даст профит. Брат, я забанила. Я вижу. Мне грустно.
И вся жизнь захотел поиграть в РК. Возьми Бристлбека, возьми Дарксира, возьми Кентавра, возьми рыбам на смех. Рыбам на смех. Рыбам на смех возьмешь? Рыбам на смех возьмешь или нет? Рыбы на смех. Ты конченый? Я вообще больной на голову, брат. Я знал бы только, что у меня в голове творится. Если сейчас, ну, Сайленсер размет ластпиком, это будет шок. Заготовка будет у тебя какая-нибудь? Грустное словечко, когда возьму Сайленсер. Ну, единственное, кто у меня сейчас делает, ну, как я вижу, что у меня делает проблема, это Пугна со своим Вардиком. Я БКБ включаю, мне похуй на Вардик. А на жизнь? На это давно было похуй, брат. Ты не прошел тест на жизнелюбие. Там снайпер с АДС. Просишь меня, как ты узнал, где он живет? Не отвечу. Брат, в Америке есть тоже город Одесса. Ну, если он будет говорить на украинском, то я что-то заподозрю. On my home. Since I vowed to reclaim our home. Три победы подряд по Замарсну, Маргнуса. This one is in the bag. I don't care what's in the bag. I just know I'm not about to let the other lot have it. Когда брат показал письку. Лолечки. Когда лолечка увидела члена Олега. Покажи лезгинку, покажи лезгинку. Знаешь, у меня, блядь, какой молот, нахуй. Я тебя, блядь, как сейчас, блядь, из тебя, блядь, ебать, блядь. Чё, нахуй, у меня жжёт. Видишь, у меня там друг, там вот друг, он тебя ебал, ебал, понятно? Вот этот друг меня не ебал. Вот этот, да? Вот этот. Мы его не видим, да? Вот же палить варды. Horn calls to horn, and it begins. No lesson, no shamshak. Нет, 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 отвечай. Вроде приятнее стало. Я чувствовал себя амебой, которая не может попасть никого. И нет первого. Какая вкусная экспана, я от нее отойду, пожалуй. Кушай, господи, боже мой. Ты Магнус убийца, я же знаю, ты всех трахнешь. Какой Магнус убийца? Я Магнус Лошок, который играет раз в год Магнуса. Значит, давай сюда всю свою экспу. Так обидно немного, кстати, именно того, что у меня на всех героях были левелы на наручке. Тут не на всех. Первое
Он разваливал, прикинь, я поставил в самое неизвестное место, он разваливал. Урод. Ну, кларнетку сбил за этот. Все, брат. Ну, КФ 9, когда я прям на курке стою. Зерк проснулся. Да, это я. Как говорит Зобер? Ты видел Футурама 8 сезон? Новый. Сейчас скину тебе трейлер. Июль 24. Тебя убивают. Нет, меня убивают. Извини, перепутала. Брат, так мог. Чем вахуй, мать, пауза ставит. Затмевает рассудок. Здесь он быстрый. Урод. Я скинул, брат. Посмотришь, когда у тебя будет свободная минутка. За вам экспу за вард. Это и мало экспу. Вышку принести, пожалуйста. Что сказал? Пуш, тебе вышку принести, пожалуйста? Хилочку можешь принести, сказал человек. Ага. Не послышать. Пушьте вышечку, пожалуйста. Чай через ножу попробуем, что мы сделать. Хочешь пугнул? Нам сзади урод прыгнул. Твоя центральная башня! Ты видишь, что ли? Стой, столбом! Он навернулся. Сейчас он будет фул закачанный первым, и он по найти ему будет убивать. Вот, я просто у тебя экспустили. Можно я уйду? Если хочешь, конечно.
Я без как-то умеешь сам. Ходи. Я буду взорванный, брат. Не умирай. Пока, брат. Неприятно, да, крипы подошли? Мы отомстили за тебя, брат, не переживай. Брат, мы отомстили за тебя. Пожалуйста, знавай, да, перед рыжачим, когда парень забляй. Ты меня хуярила 20 лет. А, пожалуйста, пойти. У тебя блок опа почти, что ли? Я хотел бы тоже немножко, знаешь, чуть-чуть, прям чуть-чуть скидывать. У него, кстати, 6, он может не убить. У него Мидас! Я умер. Я убил этот кухнул. Блочок могу, брат. Зачем ты поэтому пидешон ожидал? Баб. Слушай, что мне делать, когда я хуяю с ним? Только это и мог. У меня все на кулдауне было. Ладно. Давай так тебя постою. Я сейчас с медасом получу. Можем рвать убить кого-нибудь. Где? Что? На, каларити возьми, каларити возьми, кала. Ларити. Каларити. Оракл делает ТП на бой. Блять, Мардик. Блять, сори, иду. Светанда, you hear? Is my who? Снайпер убери. Ну давай, пока твоя центральная башня не рухнула. Мне а весь блок хобра. Где? Куда? Я не видел. И звук ТП был. Пойду проверю пиздюшу машину. Панглерта. Этот прогул хрона. Понятно. И только я долбить лес. 4 ТП было, брат. Ой, 4 ТП. 4 персонажа было. Ты был прав, я не слышал ТП. Ну что ее не было, брат, это все у меня 4 были. Я просто даже не полюсь среди тебя. Какой же мой читер домашний крутой. Домашний читер. Почему домашний? А что от меня хотят? Это мне пригодится. Почему некоторые шмотки дропаются в руки, некоторые нет? Ты, блин, я просто успеваю взять. Но некоторые же сами в себя вкладываются. Инвестируют в тебя. Инвестируют. Можно, конечно, попробовать его убить, ты там. И я там. Понял. И мы там, и они там, и друзья финиши. Оракл, ты отбивает ТП? Ульт, Блэк Холл. Ульт? Нет. Не должен к нему. Это же не стан. Это просто связка. Портаворот как-то грубо. Брат, ты стоишь, подхочешь сделать что-то, но в итоге... Мы ничего не можем делать. Брат, я могу идти в лес? Вот, угнал. А, высасывает всю силу. Мне так понравилось. У нас белка есть. А это? Спас.
Хочу Black Hole! Блин, я замахиваюсь. Видел, он хотел дать этот купол в нас всех. Я поэтому отошел, ты РП дал. Поэтому я начал снова подходить. Я герой, я спас друзей. Подсосите мне теперь. А уф? Что уф? Соси. Нет. Сосунатые. Магнать вниз, нет смысла идти там бесконечные файты. Нихуя себе, Магнус универсальный. Да, он не силач уже. Вот это и силань, правда. Мы решили укрепить строение. Я универсал. Значит, ты можешь и трахаться, и обниматься одновременно? Да, да, я такой. Обыщи мид сломал. Мид Шмидт. Гибрид. Мид гибрид. Центральная башня врага получила по заслугам. Еще туфан. Видите, всех убили. Корми, брат. Я пойду в верхний лес. Ну не хочешь идти в верхний лес, я пойду на линию. Сдохну там пару раз. Иди куда хочешь, брат мой. На расслабоне. Спросишь, кто мы? На расслабухе? На раскладухе. На раскладухе, так я скоро буду спать, когда мне логи отступит. Спасибо. Я еще пошел застрелил прах. Я видел, ты красавчик. Я блин. Меня блинк, меня бокол. Ну блинк меня летит, ты имеешь в виду. Если есть желание нафидеть жестко так вот делать грязь, то мы можем насрать. Я всегда могу насрать. Кому срям? Пока что только в себе в штаны. А так можно... Ну бля, пангалер голодный, всех детей съел моих. Сейчас пангалер, конечно, да. 15 уровня. Фрик. А? Хорошо. Да случайно, я там блин, блин. Центральная башня не рухнула. Силы тьмы укрепили свои строения. Снайпера спас. Ну я дефейл мид как мог. А как мухи дефейл мид? Поможет
Подожди, я тут удар аква. Давай запушим туда. Я не знаю, что мы сделаем. У меня бы холл как бы есть. А еще лучше бы ты купил арканы. Не знаю, для меня. Пожалуйста, я куплю. Пать, выиграешь? Я куплю. Почему меня там убьют? Уж не тройка. Пропил паркан, тихо для тебя, братан. Умер, брат, знаешь, во имя чего я умер? Во имя нашей с тобой будущей любви. Мы троих убили, брат. Братья мёты, я уже не могу узнать того, что будет после моей смерти, понимаешь? Знаешь, я там, на небесах какой чай пью такой. Список, ну, счет поинтов. Сколько ты заработал, сколько ты получил, сколько ты потерял. Сам пошутился, посмеялся. Ну понял, типа, как в играх. Счет у тебя будет. Поинты, счет поинты. Нельзя смеяться за их шуток, понятно. Да, я теперь серьезный аркан. Игрок. Аркан разбираю. Никаких шуток теперь в этом дискорд-чатике никогда не будет. Марш шуток. Трахаем детей, мы трахаем детей. Дети, ко мне. Ту-т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 у. Нашаманил себя в кустах. Empower. Усиление. Мороз, вот можешь мне рассказать чисто вот, чем ты отличаешься от Эндермана? Эндерман блинкаться может? Может, ты тоже можешь. У тебя глаза фиолетовые, как у Эндермана? Ну, вообще же... Вообще да, фиолетовый, в оригинальной скинчике там фиолетовый. Но они такие, знаешь... Эндерман? Конфирмит? Нет, так, ну, а еще какие-то, ну, соединения с Эндерманом есть? Ты боишься воды? Сейчас проверим, подожди, не знаю. О, видишь, не можешь идти, боишься? Нет, а ты правда боюсь, ну что ж. Ебать, крип пропал. У меня блинка нет, брат, я... Я просто крипов хочу сделать, ничего наше. Я блин соберу потом гарпун, наверное. Вообще покупает? Заебал, блин. Сначала гарпун. Типа они покупают гарпун и на блин даггером все равно. Ну так-то да. Урод. Я слышал, тут кто-то едет куда-то. Ты проебал, пропустил уже своего таксиста. Смотри, хоста. Возьмешь? Бери хосту, брат. Бери хосту, бери хосту, ты бери хосту. Ты бери, ты бери, ты бери хосту. Наверное, это помогло. Моя орбита расширяется. Моя очка тоже. Ну? Что такое грубости? Ну, мои идеи убивают 1000, брат. Способность. Неправильно. Раньше хотя бы, знаешь, хп давало. Ну, там талантик был. Сейчас вообще еще не дают. Сейчас просто дети умирают, так не просто. Зачем вообще инвестировать детей там? Платить за них, платить их, как будто они в итоге мусор все. Сдохнут эти белочи маленькие.
Странная вещь, ты говоришь. Не набирай этот номер больше. И не звони сюда больше, пожалуйста. Пугаешь меня. Какой у тебя интересный ресторан, брат. Мясо такое сочное, вкусное. Хотя очень выглядит как... Смотри, смотри, брат, видишь это мясо? Ну, нет, это понимаешь. Сейчас я стану мясом. Давай мясо. Не знал, что это ресторан такой, знаешь? Ресторан все против всех. Дети, берите. А, бля, ребенка убили все-таки. Ого. Хорнтус, это теперь Аганим. Да, это Аганим. Ах, долго я спал. Ты не факт, чтоб такое говорить. Кто? Пак. Какой пак говорит, когда рождается? Ну, когда воскрешается. Ну, типа, как долго я спал? Я не ожидал воскрешения еще 10 тысяч лет. Вау. Интересный факт. А понятно, что ты мной хочешь? Можно. Понятно, ты не друг мне больше. Ты нарушил договор. Опять я безлевельная чмошка. Да все нормально. У нас игру выигрывает Кларк. А я думал снайпер. Как там со своими какими-нибудь шизами дерется и выигрывает? Нихуя себе. Бомжу дали. Я... Кстати, бомж. На БКБ появилась. БКБ? БКБ и Black Hole. Black Hole. Не ржали? Хорошо. Как они могут быть на ране, если нам? Сколько, пожалуйста, от смоках? Я бага еще, брат. Я почти пол ебала, брат. Брат, просто попроси меня плах, я тебе дам все товары массового спроса. Они даже как благо настраивают людей. Строишь цирки, нормально все будет. Я робот. Зачем тебе благо тогда? Ну вообще роботам нужно благо вроде бы. Там не рвутся без нам, брат. Да, брат. Тебя надо перехватить и трахнуть. Ага, брат. Они будут прыгать в снайперов. Снайперов задержки. Главное. Я бы прыгнул, брат, там купальщик. Бей, брат, взял кого хочешь, того бей! Пожалуйста! Это не... Мне сосуд, брат, не переживай, мне... Я сойду. Нет, брат, он же тебя убьет. Не убьет! Убьет. Как ты знаешь, что он меня убьет? Дети, спасайтесь! Да стыдно таскать еще, господи. Слар был в файте. Он первый умер. Мам, это долго? Мне 5 минут хватит, Олег, не волнуйся, он скоро вернется. Хорошо. Не пайпку? Не, я хочу сначала Хильбертку, потом пайп. Я буду выжимать меня, да? Нет, пускай падки.
Класс. Да, это мне и нужно. Yes. That's what I want. That's what I need. Поймали игру очередную. Значит, игр пора не подряд. Как это исправить? Но мы никого не убили. Но мы убили нас. Это единственное, что мы сделали. Мы убили вот так. Дружков. У меня только рыба легла спать за секунду. Рыбка любит поспать. Аж с рыбки БХБ нужно. Думаешь? Они будут сейчас ломать Т2 нам, верхний. Ваша верхняя башня, скажем так, да. Больше не работает. У меня нету бокфола. Делать. Нафидить. Не надо, дядя. Бля. Хлебрышка пытался. Брат, ты любишь меня, да? Так бы и сказал. Забашишь, мразь. Ай, первую тычку забашил. Первая тычка баш. Первая тычка баш. Сделайте уже что-нибудь. Ну почему так? Ну, это Dota 2. А хорошо, что мне врачи дурки вкололи 30 успокоительного, а то я бы сейчас вряд ли был бы таким бы спокойным, когда меня в первый раз тычками было башен перед ТП. Не вижу импакта от рыбы, честно говоря. Брат, рыба существует. У нее Silver Racing. Она отвечает от пускарю, потому что она, возможно, травмирована пускаря. Теперь она умрет сейчас от пускаря. Ладно, она убилась. Если ты опасность, убью сейчас. Я пугну попал. Не переживай. На тебе стан. Он сейчас всех убьет. Он сейчас всех убьет. Ладно, пока что он убил только белочку. Можно убить белочку, но это для этого нужно прекратить пить. Или что? Вообще непонятно, почему надо белочку называют белочкой. Именно состояние послеалкогольное. Каким образом? Да, пусть бы лучше была бы уточка. Брат, ко мне уточка приходила сегодня. Это, ну, в другом смысле я имею в виду. Я понял. Ну, я согласен, уточка бы все равно смешнее звучала. Я допился сегодня до уточки, брат. До уточки допился. У меня 2900 неожиданно получилось. Откуда, я не понимаю. Согнешь? Это мне пригодится. Ну, распилаешь. Ну, ладно, ты же сам недавно проводил этот тест. Хе-хе-хе. My influence grows. Мое влияние расширяет. У меня бухол с минуты. Бухол минут. У меня нет бухол. Я украл! Нет! Жопа. Ого, он белку спас своим лосом. Ну мне нет ничего. Все, бросай белку, бросай. Бросай белку, не надо за нее прыгать. Я сбил эти.
Стан дал мне. Я минут, что 30 секунд? Дизарм. Да, мерзковато все вышло. Ну, 5 секунд еще. Ну давай, пока твоя центральная башня не рухнула. На полную, кстати, почти убили крипы. Я гони чуть-чуть. Я вроде ее красиво выцепил, в итоге я подставил снайпер. Но снайпер надо было чуть-чуть дальше стоять. Это правда. Снайпер прям на ХГ стоял в радиусе. Почему квилк валяется? Ты выкидывает шмотки. Зачем? Трак какой-то. У меня есть талисман на удачу. Передать? Почему он ловкости, брат, а не удачи? Мне чуть-чуть надо аганима. Я не хочу сдохнуть, этот дурак. Да. Не аганим. Это ему не нужно. Все, у меня аганим есть. Да. Реверс полярит. Да, это мне нужно. Я не понимаю, как куда мне прыгать. Блин, КД, 5 секунд. Там купальщик. Я вроде доспел. Я забыл. Я не хочу тебя продавать, брат, но... О, тебя спас своим этим шардиком. Спасибо, что был все это время со мной. Я, знаешь, все время хотел сказать тебе, что... Ничего я не хотел тебе сказать, я живой. Не знаю, каких грехов я успел сделать. Знаешь, как неверующий перед смертью такой. Господи, прости, я там все, я сделал то, я знаю, ты там существуешь. И Гэсбой такой, смотри, твой счет. А он же ни разу не молился, ни разу ничего хорошего не делал. У него счет негативный, в минус ушел. У Гитлера получится. Да стоп, нету. Я дерево не сломал. О, вот. Я вроде были за спиной, я, видимо, сейчас потратил. Или я тебе дал? Не помню. Нет, у меня свой вроде бы. Я точно помню, что выкупал две пачки ворот. Ну, две пачки, да. Можешь. А, понял, просто так взял, продал. Так и сказал бы, брат, что просто взял, украл у меня досты. Я добил стали. Дисконнектись, брат. Посмотри. Как все было. В эфире прямом. Ну что, я в эфир там на посмешище полностью это сделал. Я такой амёбка. О! Где мой носы? Когда снимать доту будешь? Никогда. Слишком много места он занимает. Съёмки твои порно. Ты можешь стримить на Twitch. А чё я ничего не хочу делать, брат? Я хочу видеть себя. Вот. Какие так ошибки я делаю из... Ну как сам ты играешь, это не особо интересно. А вот как другой там, как другой мыслит, там кликает, смотрит на крипа, когда меня хуярит. Вот это вот интересно. У Кости попросить так сделать. Чё Костя не снимает? Твоя верхняя башня! Мы
Я там подросла. А для тебя купает ламп? Ну все уходят. Можно уходить, да? Брат, посмотри на уровень белки. Ей очень больно, брат, существовать. Ты дал ей уровень. Еще задал уровень. Просто. Подожди, я иду. Я по приколу долбил. О, бомжи удали, срачник. Срачник. Когда тебя мобилизуют? Не знаю. А мне еще не приходило. Друг, кстати, пришел. Спойлер джамп. А ты особенный? Вообще да. Когда придется, что делать будешь? Брат, я нигде не работаю. Я говорю, я призрак. Для государства я призрак. Я нигде не работаю, я нигде никого не искал. Меня, ну, налоги я не могу платить, потому что я ничего не, ну, я не работаю. Я прекрасным днем все сломается. Владею. Возможно. Он переедет в сарай. Не в сарай, в квартирку, в которой я уже сижу. Это там, кстати, форс. Значит, давай мы теперь шанс забрать будем. Вот тут все забрали. Тут войт. Чет. Поставил барды как смог. Он сильнее меня. А, мы поебали? Ну-ка, что, брат, прощай. Отебись. Ну, это Сларк у него допросил. Через сдох после этого. Так, дай, брат. Мне жаль, что ты умер. Я сожалею о своем поступке. Что за нагадил? Охуеть, он ржет 2 часа. Ебанутый. Что? Да Пангалер убил меня и ржал на протяжении секунд 10. А, да, он мерзко смеется. Очень долго. Под солями так даже не смеется долго. Под солями. Под солями это как-то. Мой вард панится. Никто больше не ставит, блять, варды. Ставил варды. Долго травмированная просто. Нужно завардить возле Рошана, желайте. Датабаф мне говорит, что я получил 61% магического. Значит, нужен пипи. Так вот для чего дота плюс нужен. Мем Пикачу. Какой же он бронированный? Какой? Бронировщик. Как он висишь? А, вон он. Ой, ну они убили его. Это хорошо. Не надо каждый раз это говорить! А шутки, маршрутки можно говорить? Никаких шуток, маршруток, пожалуйста. Нет, что мне можно, да ёбаный рот! Маршрутчика нету сегодня у нас.
того самого любимого твоего. Он после смены из завода. Еще одна глупость. Я отправляю. Я готов няшиться. Я готов няшиться. Я, конечно, танк, но... Я не хочу умирать. Ну почему он идет ко мне? Ну почему? Кончили. Он пришел ко мне в кусты, брат. Там куча свободного места, он пришел ко мне в кусты. У него, кстати, хекс умный. А тебя не толкнет? Толкнет, если я не был в БКБ. Он скорее убил бы меня этими шипами своими. Он выжил еще от этого. Боец, еще живой. Ну так на лоху поушел. Представь, снайпер ничего не боится. Прям спереди всех стоит. Он сломал все туалеты, он сломал все туалеты. Сейчас кукол поставит. Было бы забавно, что я привел его к пятерым врагам. А столько бы такой мувик был бы, брат. Ты бы был частью главного героя этого мувика. ВТФ момента в Dota 2? Dota ВТФ или как там? Да, Марканы все время нет. Вон, блядь, с транквилами, блядь. Тебе жалко все еще эту белку? После нет, этого? Мне не было ее жалко. Он сдох. Бля, у нее куча шмоток такая была, но... Это мой молот, посмотрите, мой молот. Вау, его молот. Это его самый любимый молот в мире, он из коллекции самый лучший взял его. Моя коллекция молотков. Я урона 16к, на нем меньше всех. Я ничего не сделал, блин. Я для тебя даже арканы купил, брат. Пивозавр. 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 Пиво. Пиво. Пиво дайте, пиво дайте, пиво дайте, пиво. На себя Рубика забанил, кстати. На себя, брат. Как ты знал? Я Сталин сразу забанил. Дайте пиво. Дайте пиво. Тогда можно прям ферст пикать, что мне может там забить интересно. Там одна была проблема, наверное, только в начале игры была бы. А Рубик и Сайлентер, все. Насчет пива. Какого пива ты хочешь? Пивозавр. Брат, это не та же белка? В той белке был No Sound. Да, No Sound, да. Мур.
Мур? 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 Лазавренный монстр. Если любишь ты дрочить, то звони мне в любой момент. Мы с тобой подрочим, будем вместе мы дрочим. Ты предлагаешь, раз ты приглашаешь. Тут Нёш, понёшь, нёш, понёшь, нёш, понёшь, нёш, понёшь. Такая штука прикольная была, помнишь, в Доте? Иллюзионист Кейп. Там плащ иллюзиониста. Оно могло создавать иллюзию, и ты ещё получал дополнительный там бонус с уроном к иллюзии. Спектра какая-нибудь, или ПЛ. Берет, получает эту шмотку, там рандомно нападала еще. Когда еще было 4 шмотки, брат, помнишь? 4 шмотки было максимально нейтральных. Тебе нравилось 4 шмотки нейтральных? Спайдер-лекс. Спайдер-лекс мне нравится. Спайдер-лексов не будет, брат, больше никогда. Их удалили. А ты знаешь, что мимпарь может в нейтралку ставить шмотку любую? Только на 25 уровне. Угу. Представляешь, он... Я в лобби купил 6-7 скади. Было вообще не нельзя было пробить. Еще они друг на друга садились, и он закапывал в яму. Да. Когда будешь майнить меня? Я тут в Эдолона запутываюсь иногда. Был потрахан. У меня нету ничего, я просто пичкать могу. Найтсталкер. Здесь куда они идут, блядь? Слишком рано. Не попал не было. Все, хуйня идея. Или не хуйня? Время понятно. Пострелять. О, Рошан пришел. Рошан по делам уходил. Смотрел деревню дураков? Это я придумал. Нет. Стики надо купить. Купил стики? Нет, книга не говорит покупать стики. Так, тут не по книге надо играть. Надо играть по мозгу своему. Да, думал, а так стики купить. Я женщина универсальная, могу... Читать книги, могу жрать много, чтобы стать сильнее, могу быстро бегать. Как ты можешь книги читать? Книги нельзя читать. Ого. Я не знаю, этот мувик не прошел, да. Не дал ему удовольствие ломать. На меня напали. Да это охуела мою женщину трогать, женщина. На тебя. Да бей я, пожалуйста. Всех спут для тебя, брат. 4 шмотки принесешь? Нихуя себе. Ладно. Валяются шмотки. Не тронь меня.
Кто-то задетовался, шмотки разобрал. Брейсер нельзя разобрать. А если мои наручи придут? Она сюда вар поставила обратно. Дай мне варды ставить, чтобы все сломать. Конченая эта женщина. Как? Где? А где варды? Я не понимаю. А где вард? Я не понимаю. Хорошо. Я в ахуе. Вардов нет, брат. Я ставлю, их ломают. Ставлю, ломают. Где? Где вард? Их вардов нет. Осторожно, копье. Каждая монетка пригодится. Какая вкусная экспа. Не буду трогать. Стрела. Два наруча у меня на руках. Оракул пришел, брат. Я пойду с детьми девардить. Хорошо, один вард я нашел. И он сразу идет ломать его. Какой пиздец. А чё у меня? А в чём проблема? А чё я не могу, блядь, выбрать твою? Ну и трах. А, он пошел на другие маршруты. Нормально нет, брат. Так кого трахать будем? А, нет. Пока что никого. Что у нас будет? Я первая. Она первая, слышал. Трахать будет. Добей. Не могу. Я добью. Молодец. Спасибо, Дима. Я не совсем понимаю, где варды стояли. Вардик стоял здесь, но при этом он девардил везде. Интересный вард. Невозможно ведь везде девардить. Брат, кларнет купил. Да, я хочу кларнет. Я хочу тебя, брат. Пивозавр. Нет, динамик это пульт? Yes. Не хочу танковать своими детьми. Крипы не хотят на меня сделаться, злиться. Есть дети, они пиздец с детьми. Куда они могут любить? А сейчас люби. Пойду за лотусом. Сейчас. Я хочу лотус, я хочу. Твоя центральная башня! Не видишь, что ли? Я все отреденил, шмотки переклал. Профессиональный игрок Dota 2, зовите меня на International. С моим другом. Как тебя зовут, друг? Представься. Он стеснительно, не хочешь говорить свое имя. Ну, давай сделаем, что мы можем трахать. Давай. А, я не попал. Там вроде много дерева было. Не попал. О, мехи, это как мило. Сколько ты ему заплатил, брат? Достаточно, чтобы ты не плакал больше. Там рухаться не будет. А в кого ты попал? Я, кстати, тоже не понял. Странно там было. Там рука есть.
пойду за Рунаей, я пойду за Рунаей. Уйдешь, мы с тобой больше не любовники. У тебя белка. С аркан, с транквилами. А нет, она покупает арканы. Транквила, арканы, купите мне. Приди обратно, ты будешь линию стоять? Серьезно началось. Ну, смотри, что дальше. Я постоял бы еще. Чатик. Что в чатике? Ничего интересного, понятно. А медас до сих пор нет, брат. Я пойду, пожалуй, в лес. Мартес соло, если что. Я один против целого мира. Ау. Ау. А-а-а, ту-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 
Брата ебут. Что-то у тебя эта штука скидывается, а штука оракула. Не забывай об этом. Что ты хочешь, я пока я нажимал, потом на меня напрыгнула фантомка, я не смог убежать? Не, я говорю, наоборот, чтобы типа ты не просто так ее жмякал. А умному? Я предпочитаю ее жмякать тогда, когда меня будут трахать. Нажмял ее, когда меня трахали. Все он приходит. Убивает. Втроем убивает. Это же нечестно, брат. Ну ёбки, брат. Все еще охуеваю, когда меня пятером гонают. Дев просто какая-то. Которую никто никогда не трогал. Никого она не трогала, эта женщина призрачная. А Йоки гангают пятером. У меня блокол есть, но я не хочу, блин, палаться когда-то. А у меня ТП-шки даже нету, что я могу делать. Злобный потрошитель кишков, идет потрошить кишки. Играть. Правда, не команда играет. Так а что мне без блинка сделать? Тем более, когда там человек, который вокруг себя дает саленс. Сдохнуть просто так? Или что? У меня нет возможности пока влетать пайпом. Я мчусь, словно ветер. Чё? Так женщина разговаривает? Женщина не разговаривает, брат. Я мчусь, словно ветер. Нам больше похоже на ребенка, но уже сойдет. Я мчусь, словно ветер. Няша тоже. Что? Кого? Тебя. Давай. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Почему он с ораком всегда? Пиздец, пока, блядь, мать его. Еще, блядь, Мирана приходит. И снапфайр! Брат гангает девятером уже. Прощай, ВРочка моя.
5 секунд назад здесь была одна мартра. Просто 5 секунд проходит 20 секунд в Африке. Конченые. Тут, блядь, играет как команда на 2 мусоре. Какого хуя, блядь? Пусть они играют как амёбки, все фармят свои лайны, все в леса фармят. Почему они действуют как команда? А я быстро сейчас уже люблю, брат. Я в лес пылесошу, как пылесошу, как это, как мясо. Давай мясо! Давай мясо! Центральная башня! Не видишь, что ли? Меня втягивает какую-то хуйту. А иду к вам. Да. Ну давай, пока центральная башня не рухнула! Когда брат слышит слово хуйта и втягиваться, он всегда приходит. Всегда приду. Охуеть, он идет прямым маршрутом, а я подумал, что он немножечко хоть изменит свою... Думал, что он гений, да? А она тупое амебище. Аж динозавр бежал, не захотел драться. Так я сейчас Бэкхольну в него. Бэкхольню. Бэкхольнишь меня сегодня ночью? Не, с тобой не ночью. А рунку вольняешь там? Ладно, там уже взяли, наверное. Может, не взяли, подмазали? Может, так мы? Смотри, силы тьмы укрепили строение. Не взяли. У меня блинк уже чуть-чуть упадет. Блинк будет, а я готов вняшь, вняшь. Как же я хуярю Тамру? Я был создан для хуярения этого рот. О, маны нету! Мана есть! Братан. Да, блядь! Ой-ой-ой, я проснулась, быдла. Мут. Чё, у меня байбек есть. Без блинка не могу драться, брат. Хуйню втягивает меня, почему-то, не понимаю. Брата, я сегодня трахнул. Он будет не против. Вообще-то против. Помог место им повезло мира. Нихуя. Твоя центральная башня! Не видишь, что ли? Не знаю, брат, они ходят команды. Ну, с динозавра один умираюсь. Меня в курке уже перепал. Убил. Барт, ну выиграй, не надо ныть. Я не ною. Ты ноешь. Я констатирую факты, что они играют командой. Я не говорю, что мы проебали. Я в этом слушаю, как, брат, мы проебали. Я каждую катку от тебя слышу, что мы проебали, и что? Не думаю, что ты вправе меня осуждать даже за...
такое. Осуждаю тебя. Обсуждаю. Ну, сталкер. Да, сверху встану. У меня 30 секунд. Мне 5 секунд, брат. Дай бэкать. Не говори такое, я ж тебя задавлю. Дьяволёчек, дьяволёнок на плечеке. Битый мой красный. Я только на низ, наверное, на мид-то пахнулся, а тут фантом как-то не был. Не понимаешь, куда мне идти. На низ, на мид? Он по голове женщине дают. Потому что надо. Вот тут кто-то. Чем ты шляпаешься просто так? Мои руки становятся сильнее. Я не буду пить с тобой. Я в волке на уфоле перед смертью. Они предупредили своих братьев. Правда, ты со мной, брат. Никогда не лонли. Вот я друга приведу тебе. Будешь другом. Друг с тебя не будет лонли теперь, давай. Блядь, детей моих не надо! Сука. Бабка. Старая. Вот тебе бабка, это кто? Это Кэрри или мидер? Мидер урой. Понятно. Можешь ошибаться, я не помню. У меня память как у рыбки. А то поняшься. У меня бэкхол есть. И блин. Любовь и уважение в семье есть у тебя? Нет. Какие? Фурстав не перезаряжает. Я как бы хочу что-нибудь сделать, да? Там помочь. Слышал? Зов. Слышал. Нужно отходить из кустов. Так меня изнасилуют. А что они там? Они снизу? Сейчас день, да, вроде? Нет, это не Рошане. Где-то в кустах. А чему утонул? Ладно, если тут ничего не происходит. Психологическое давление. Да, это сработало? Не наезжу. Башня в опасности! Ау! А, вашей нижней башни в
больше нет. Да уж, сочувствую. Ну, крипа, что-то, блядь, подняли и... Накричали. Ну, насколько? Видишь, пан Финтимка. Ты? Оп, застелить. Пивозавр, наверное, сейчас злится на меня. Ну, я замутил пивозавра, потому что брат мутил его. А, у нас там коллективный разум. Там было какое-то... Ну, хуёво был холло, потому что никого нет. Рядом. Шошман белее финкинку. Кстати, видишь, что фантом как бы женщина, но иконочка у нее мужика. Как это такое? Она чувствует себя мужиком, или это она является мужиком, но стала женщиной? Всем понимаю. Иконочку на карте. Иконочку сверху. Иконочку. Видишь, она мужик. Ну, а в игре она что? Кто она в игре? Женщина. А, она слаб у нас типа. Не знаю. Узнаешь, напиши. Шутка, маршрутка. Не все это золото, что блестит. Алло. Лобби в подвале. Я мчусь, словно ветер. Гоблины, чавучки. Амебусы. В космическом корабле. Так и знаю, что амебки всего достигнут в жизни. Победа, амебак, победа, амебак, победа, амебак, победа. Победа, амеб, победа, амеб, победа, амебы, выиграли игру. Амебы, амебы, амебка, амебка, я кушаю амебки, я амебки грустят. Я теперь штуку дал. Great Helen Lotus! Найс! Уделал этих дурачков. Еще урон не дает. Вообще дает урон. Не дает. По идее. Так, вот это универсальное. Не можешь, что ли? Подмечу, что может сначала он утвердил. Меня и пудра. Вообще должно, там написано damage универсал. Там каждого damage берет. Бежать! Взрывы ядерные, бежать! Фух, теперь можно хамить крипов. Команда света укрепила строение. Отдохните пока. Силы тьмы укрепили свои строения. Чувствуешь ветер в волосах? Тройка без ебала. Тройка без ебала. Тройка без ебала. Купи Blackmail, брат. Что, я ебала, не ламку. Ебала? Чтобы его не ломали, да. Выкопи мне фласку. Нет, выкап мне ничего. Хотя бы раз, кстати, не бросил меня. Я думал, я умру. Так я сзади был. Как мне можно было тебя бросить?
Хочу нафидить, очень жестко. Снизу бабка есть, можешь нафидить бабку. Пристать, вот так вот. Я все. Пока. Лоп-та-та, беру пеп-пап, мир, мок-мик-мак-мик-мак-мик-мак, рак-мик-мак, урак-мик-мак-мик-мак, беру рак-мик-мок-мик-пап. Где мой братик, где мой братик, вот же он, вот же он. Я с наверное смотрю на него, я с наверное смотрю на него, привет, брат. Поправь штаны. Не смотри! Не смотри на меня, не смотри! Оп! Оп, все. Штаны поправлены. Ебать, слава Украине. Брат, тебя сначала обезмолвили, а потом оглушили. Оглушение дало 326 урона, обезмолвие... Вот 100 кого-то урона, сказал. И 100 вот. Это было физический урон, и 138 магического. 975 физического урона, 138 магического. 975 физического. 2 хп тебе снесло орпу в коррижен. Коррижен, коррижен. Ты все понял? И 458 дамага тебе нанесли крипы. Да, я понял. Уверен, могу повторить. Ага, аналитика на будущее какая? Сколько я урона получил в будущем от крипов и от найсталкера? Миллион. Огоню скоро соберу. Он без ульты. Это мразь без ульты, я, наверное, на ульту использовал. Телевизор. Трахать, мы должны. Кого-нибудь, пожалуйста. Настоящий гон. Осис получил, все, доволен. Я могу бегать, я могу прыгать, брат, смотри. Бегаю. А прыгать как? Прыгать еще не научился? Прыгать он еще не научился. Не научился, не научился он прыгать. Хочу невидимость. Как стать невидимым? Вот, как стать невидимым на ВР-ке? Вот берешь, получаешь невидимость. Дрон нельзя развеять или что? Как стать невидимым, брат? Брат, у тебя же есть Аганим, все. Это ты просто ты для себя не видишь, что ты невидимый. А для да? Я тоже не поняла, как это работает. Брат, меня враги крипы не видят. Я не существую. Вот, мне кажется, они тебя просто не любят, поэтому они тебя игнорируют. Я им ломала, ебал ломаю, как причем я им попа. А такие, наверное, воздух. Слушай, а ведь есть такая возможность меня нафидить. Найти кого-нибудь лоха, подумать, что он один, увидеть всю команду и нафидить калашок. Да? Пойду этим займусь, пожалуй. Я гоню вместе. Словно ветер. Еще одна стрела в колчане. Брат без МКБ. Брат МКБ. Брат без МКБ. Иди, брат. МКБ его развел. Там урод идет сверху. Расталкивает. Ночной охотник. Ночной мысливый. Как они там вкусно втроем стояли.
Надо, блядь. Еще слишком рано, на лету. Еще ебать! Я ушти. Помогите. Помогите. Белка идет, белка идет, смотри. Оп, все, нет, белка передумала. Ты разморалил белку. Нет команды у меня, брат. Нижняя башня врага разрушена. О, бомжу дали. Белка сдохла, брат. Как тебе такое? Жертву принесли белку для того, чтобы бомжу дали шардик. Я согласен, такой в размен. Я, кстати, бухол после того бухола ни разу не давал. А, нет, давал, когда меня на толке прыгнул. Знаешь, что я куплю? Тараску. Я мчусь, словно ветер. Я ж тройка, должна быть жирной. Да, мне такие тебя нахер нравятся. Тебе нравятся женщины? Минутку. Ну, черт, меня спалили. Ты выгнал из моего клана. Как жало. ЧСВ, ЧСВ, больше не буду ЧСВшным, мем ЧСВшным. Секс, наркотики, секс, наркотики, секс, наркотики, секс, наркотики. На тебе, блядь, на тебе Рошан ебаный, на, получай, блядь. Блядь, он уходит. Блядь. Ну ладно. Он уходит с территории, где ухуярить его. Что ж, что? Не убить его. Почему? Убить? Просто тебе надо постоянно, как бы... Он уходит? Знаешь, как это долго будет? Он, блядь, будет полчаса искать, кто его пиздил, возвращается, потом опять ищет, кто его пиздит. А, кстати, чувствуешь, что я что делаю, говоря, не то, чтобы я отбитый пылесос. Я полуотбитый, знаешь. Отбитый может быть только отбинушки, брат. Меня убивает. Хочу помощь. Брат, меня убили. Я вижу. Может, потому что выкинули. Ай, блядь. Я нажимаю Blue Call, а у нее тычка все еще анимация идет, поэтому она меня разрезала на две части, брат. А видел, как у меня... Видел, как у меня... Как у меня Blue Call нажался? Я не видел. Черная дыра. Ну давай, пока твоя центральная башня не рухнула. Свет укрепился. Займитесь пока чем-нибудь другим. Твоя центральная башня, да, видишь, что ли? Вот тут Рошан, которого я пытался убить соло. Друзья мне не хотели помочь, потому что они хотели спушить вверх. В итоге они спушили вверх. Молодцы. Я без блокола. Я без БКБ. Я без ебала. Без тяночки. Эй, твоя верхняя башня! На неё напали! На неё нежный, брат. Словно ветер. Та-нан! 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 Так что Костя реально запрещает Яночка играть или что? Я немножко, ну, я понимаю, что это может конечно, быть сарказм. Я Рошина сказал, я не знаю, что мне выбрать свайп. Ладно, я просто не понимаю, что сарказм. Я травмированный человек. Спасибо за денежку. Я
можешь подойти к на кубик? Я думаю, но... с тобой я смогу еще убить. Если а что, я? Делить урон, типа, хочешь? Да, хочу делить. А он разве делится? Я думал, он просто... По-моему, он по ощущениям делится. Но это лишь ощущение. Собрать, я подойду, конечно. Ну, я уже тут уже замесил, так что... Ну, я минуту еще до бухового, брат. Давай продадим белку, давай продадим белку. Брат, вот. Я бы попиздился. Ну, смотри, у нее БКБ. Она под ультом, Бирана, и БКБ у нее включено. Чего надо назад пойти? Скажи что-нибудь по-шрекски. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Я не помню песню какую-то. Только я помню. Брошу, не надо закупать этого бешеного монстра. Что на какого? Монстренного монстра. Ну продавать дуру. 30 секунд, 40 секунд. Ну, брат, она байбэкнулась и пошла сдохла снова. Прикольно. Не знал, ты шмотки выкидывать уже. Мы вроде бы еще не проиграли. Ну еще гоним есть. Стоп. Можно выиграть, наверное. Можно выиграть, пожалуйста. Можно выиграть, я не понимаю. Можно выиграть, пожалуйста. Прошу, прошу. Можно выиграть. Выиграть, можно выиграть. Если кубик обмен, то можно. Пошли. Раз меня заставляют убивать кубы. Ну я не в Майнкрафте. На старт. Внимание. Давай! А я думаю, я один бы сдох. Ой, ебать, не шар дали. Брат, я ничего не вижу, я в лесах, что делать? Побрейку Sex with children, sex with children, children, sex, children, sex, sex, sex with children, sex, sex, sex with children. Будешь. На лету. Брат! А? Он сдохнул даже. Типа от меня пустов. Он бел? Меня типнул по Primal Beast. Меня типнул, когда ты сдох? Да, но у меня блинканулся дебил и сразу убил меня с крита. А, ну жди, когда он сдохнет, тип не его тоже видит, да тут так играет. У меня нету типов. Нету типов. Слишком много хвалишь друзей, хороших друзей? Да. Я мчу словно ветер, брат. Будешь моим ветром. Будешь... Каждая монетка моей любимой любовью, моей любовью морковной, моя морковная любовь.
Любовь, морковь, я буду с тобой делать. Морковь, любовь, морковь, любовь. Да-да-да, морковная любовь. Что несет этот чедрик на выярке, не пойму. Ну, мне все счастье, тортик. Наших лолик должен он. Я что, ебать, боюсь? Я ничего не боюсь. Он ничего не боялся. Этот парень был из тех, кто ничего не боялся. Сейчас убьют рыбу мою. Ну, пока рыба нахуй, мусорная рыба. Брат, я же следующим буду на смерть! Я же следующий! Ты же не мусор! Зачем тебя вынесли? У меня есть байбак. Иду-ка я домой. Здесь нахуй камни, голема убивают меня. Моих детей. Лазик, вот так вот, смотри, а вот так вот лазик. Рисуем. Что мы рисуем? Победу на 32. Ну что, мы продаем в сторону, да, понимаю. А он белка. Дебил. Я могу байбэк нас, но я вряд ли один что-то сделал. Ну ладно, мы продадим в сторону, брат, не переживай. Не трон же продавать. Заранее скажем, мы продадим две стороны. Может быть, мы продадим две стороны. По какому курсу мы продавали стороны? Один байбек с Ларка и проданная сторона мида. Пока что невыгодно. Зачем даун байбекнулся, я не понимаю. Наверное, на то он и даун, брат. Он тут пивас еще. Везет, ну, смотри, мы... Дот играет мы... с веселым настроением. Мне не весело. Ты не вешь пиво. У меня есть кола, у меня сахарный поток будет. Sugar Rush. Словно ветер. Джуси, джуси. Хочу сдохнуть где-нибудь один. Я хочу тоже сдохнуть где-нибудь. Вообще Рошана убьем. Когда Рошана умирает, я не понимаю, я поплачу. Когда я не в домене, я плачу. Я не хочу никуда идти без рефрешера. Я сейчас продам тапок, кстати, чтобы мне, блядь, рефрешер был. 100 голды не хватает. Что, посмотри, просто стою на фонтане. Уже тапок поддатикает. Бля, я не могу. Ну, бля. Ладно, пойду с даунами драться. Наконец-то найду драться. Ну, рефрешера нет. Если я сдохну без рефрешера и без байбека, то... У меня сразу прыгает этот, найтсталкер. У меня смоков нет, ничего нет. У меня прыгает найтсталкер, убивает за крит, кстати. Я мчусь, словно ветер, брат. Ну вот и все, вот сейчас он, блядь, убьет меня. Он же идет к тебе? Да, он идет ко мне. Он ко мне шел. Я иду, брат. Брат. Я ультану в него, мне не жалко. Мне главное видеть его. Он что, вернется? Да, он вернулся. А что меня убило? А меня бабка убила. Бабки рапирают. А ну все, это проеб. Нет, байбак. А я убил этого. Найтсталкера. А мы все проебали, брат, мы все умерли. Это ну как? Проси, где байбек утепательный. Не, Сларк байбекался. Правильно без спроси. Сдохну с братом, я! Брата был кол, кстати, я не видел.
Был Black Hole, просто. Меня убили. Я дал Black Hole, кстати, но как-то меня бабка убила опять. Типа, я даю Black Hole, но меня убивают. Поэтому я не понимаю. Я целюсь в своих врагов, брат. Смотришь, куда я целюсь? У, враги! Брат, ты не туда целился. Белка отлично. Шмотки, блядь. Чё такое явки твои шмотки? Я вообще не видел, чтобы кто-то, какой-нибудь другой игрок просто так же выкидывал шмотки. По приколу. Брат, Нитро, он ломает. Женщина, это страшно. Хорошо, что я ультанул не в лотус. А 20, 10 секунд, брат, ты должен продержать трон как-то. А, там. Как ты не продержишь трон? Хабил! Я делаю все, что я могу. Антиспелл был, вау! 5 секунд, брат. 5 секунд. Я продержался? Я хороший мальчик. Продержался, продержался, осталось только выжить. Я не получил 2 крита в ебало. Но ты мог! В перспективе я ты мог. Я не мог! Ты мог получить 2 крипта. Крипта? Валюту? Надо крипты получить немножко, хочешь? Подписывайся на мой канал, узнаешь, как это делать. Я резнулся, брат, я готов жить. Самый сталкер. Пожалуйста, будь смоку все свое время. Брат! Хорошо. Мне прям сейчас смокаться? Не выстрелила? Не вот. Пизды пока что. Бухол 10 секунд, 15. Брат, я в смоках, но у меня нету ничего больше. Они могут меня прыгнуть и убить. Я стараюсь. Будь байком, брат. А эта штука, кстати, хорошо спасала стороны. Они типа не могли подойти к ней. Я их ветром уберу, блядь. Уйдите, я повелеваю ветром. Они ждут этого. Найтсталкера, когда какой он подойдет. Бог повелевал он ветром, брат. Не знаю. Есть бог молнии, а бог ветра есть. Гермес, наверное. Потому что Гермес вроде самый быстрый, он нет, ну есть солнце другой куда. Место это персонаж Футурама. Снап колевает пока. У нас есть шанс? Но самый там страшный. Брат, будь со мной! Будь со мной рядом. Там меня этот Найтсталкер прыгает. А что я сделаю? Он тебя куй-куй. Я такой. Брат! Он мне 2 крита дает, брат, я. Брат, у него крит изолятор. Он как фантомка. Только, блядь, дает сайленс вокруг себя и может видеть это за километр. Всегда планируйте ваше следующее движение. Брат, куда ты сейчас пойдешь? Ты запланировал вход после этого? К тебе. Я смотрю. Как мило, он идет ко мне. Стреляй во врагов! Брат, там наша сторона, там наш трон, там наш трон. Там наш трон. Мне так что звук капания галды было. Кто-то выпрямил мои стаки. У меня тоже было звук галды. Странное что-то. Член во рту. Мы проебали, брат, опять. Мы проебали. Бабка с тремя дедалусами и рапирой. Она расстреливает всех, кого видит. 350. Уже не 300. Если ее убить, будет прикольно. Я заберу рапиру, не отдам никому. Я жадный ублюдок. Брат, я стою сзади всех, я не понимаю, когда мне прыгать, они никогда впятером не стоят. Не стоят они впятером, никогда они не стоят впятером, никогда. Бабка соло, сейчас белка убьет ее.
Белка не может никого убить, у нее хекс всего лишь. У меня 21 уровень, уже минут 10. Как меня еще не забанило. Нельзя купить, брат. Что они сделали, чтобы сдохнуть? Пока, Тавр. Белка расстреляла Тавр. Найди меня, брат. Вот здесь, брат. Да не на сталке с ультом, брат. Он летит. Он хочет, что он хочет что-то сделать. Суки! Толкаю их к тебе, брат! А, все. Не, брат, не получится. Сложновато как-то. Типать меня. Брат, типни его, пожалуйста. Правило убийства. Спасибо. Он пикает, типает меня, хотя там у него белка 0.16. Что ж. Ты еще пойдешь? Можно. Я больше не хочу. Если Костя придет, то... Может, пойдем. Я пока что на карту. Посмотри там трейлер Футурамы. Я тебя скинул.